Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси, а также мой коллега The Dog Father. Всем привет. Сегодня мы продолжаем играть в игру SWAT 4. Это третья миссия. Как обычно, сначала я вам расскажу вкратце о брифинге. Поговорим о снаряжении, которое мы выбираем, и отправимся проходить миссию. В данном случае ситуация следующая. Автозаправочная станция, на которой находится не менее 3 заложников. Предположительные преступники — это у нас наркоманы, которые решили ограбить, но у наркоманов, как обычно, ничего не получилось, поэтому наша текущая задача — это задержать самих наркопедов и спасти работников автозаправочной станции. Станция, если я не ошибаюсь, она двухэтажная. То есть, соответственно, сначала побродим по первому этажу и поднимемся на второй этаж. Из снаряжения, так как наркоманы, скорее всего, вооружены, я возьму, чтобы наверняка, скорее всего, автомат Калашникова 47-й. Возьму убойные пули, чтобы бить на поражение. Хотя, давайте, чтобы миссию пройти и получить за это много копеечек, ну, много хорошего этого, я возьму просто дробовик, который не наносит урона. Также возьму глок с полуоблегающими или полуобтекающими какими-то там пулями, для того, чтобы опять же меньше наносить урона. Из тактического возьму газ-газ, светошумовую шоковую гранату аэрозоль, из специального возьму спецружье, ну а из защиты, как обычно, возьму противогаз и легкую броню. А что будешь брать ты? Я возьму, пожалуй, МП-5 с глушителем, также тезер возьму, зонт, светошумовую гранату, аэрозоль, газ, шок-гранату, С4, противогаз. В принципе, меня устраивает мое снаряжение, думаю, вместе с твоим и моим мы справимся. Потому что мы команда А и Б, которая... Я вот, кстати, думаю, на МП-5 какие патроны брать? Бери такие летальные или... Нет, бери обрезанные, будем пытаться брать их живьем. За них, ну, за живых хорошо. Больше дадут. Все тогда? Поехали. 18-й, это центр. Группа захвата прибыли... Ты это слышал? На угол Питкин и Дели. О, или Го, что-то такое. Мне послышалось коп. Ну, типа, кто-то подбежал, увидел нас и... Или так, да. Вот. Полиция, руки вверх! Справа прикрой. Полиция, на колени, быстро! Нифига, я бы его даже не заметил. Прикрой меня справа. Прикрывай. Давай, ладно, я прикрою. Кстати, ты можешь это команды отдавать, типа ну, вот так. Ладно, я понял, я по голосу тебе лучше скажу. Так, что, давай заходим, короче, в этот. Давай, ты открой, я сразу тезером, если что, ударю. Чисто. Ой, я забыл твой экран включить. Я думаю, что-то не так, что-то не хватает. Готов? Готов. Никого не вижу. Вроде чисто. Блин, надо было блокиратор брать. Тут что-то много дверей. Ладно, в этой миссии еще. Бросай оружие, руки вверх! Тихо. Я захожу дальше. Подожди, я его приму. Это 4 рюш, блин. Преступник арестован. Полиция, на колени! Я так понял, когда кто-то стреляет, они слышат это все. Давай. Здесь закрыто. Скрывай, пока я сзади посмотрю. То есть они слышат и начинают двигаться по локации. Ну пусть двигаются, тогда же интереснее. Давай, открывай, если что, с дробовика. Чисто. Полиция, бросить оружие! Так, один справа. Не стреляйте! На колени! Бросайте оружие! Брось пушку, быстро! Тихо. Ой, блин! Короче, у меня... перезарядки не было. Оказывается, тезер надо перезаряжать постоянно. И он меня грохнул.
Уже ста не будет. Ну что поделать. А и Б не всегда вместе. Да, так получилось. Надо было тебе его с тезера так начать. Ну я так и нажимал на тезер, а у меня, короче, не перезаряжен он был. Я понял, после я потом. Да. Подозреваемый у нас. А, так бы я ему прям в башню бы выстрелил. Продолжайте выполнять задание. Давай, ты сможешь. А, ты тоже бандит? Я думал, это... Че на пушку кинуло? Ну что-то они какие-то пугливые. Наркоманы, хули. От страха убили меня и все. Ну почему? Он еще сказал, что счет 1-0 в его пользу. Опа. Да? Да. Они что-то орали про наркоту. На колени! На колени, сука. На колени, блядь, чтобы я... Наконец-то. И ты на колени. Вяжи ее. На колени, я сказал. Она, видишь, она не... Аэрозоли мне. Вот так. На колени. На колени. Вот так вот. Вот. Надо, чтобы баба была покладистая. Гражданский в норме. Забирайте. А ты, блядь, пидор очкастый. Где твои дружки? Где твои дружки, я спрашиваю. Ну так, надо просто для профилактики, чтобы они как бы не расслаблялись. Гражданские в безопасности, можно выводить. Понял вас. Там держать. Тебе осталось обезвредить преступников. Значит, не все, да? Угу. Подожди, мы оттуда пришли? Нет. Нет, по-моему. То есть, гражданских всех ты спас, насколько я понял. Кукусики. Братуки. Так. Опа, музычка заиграла резко. Где-то здесь. Они где-то здесь, Саша, я чувствую это. Мне кажется, ты сейчас зайдешь, и они тебе в спину прям. Тихо, не надо так, Саша, мне в спину. Я же еще ничего не бачу, блин. Сейчас я им туда. Все, что есть, да, закидал? Конечно. А если они не здесь? Ну, тогда все гранаты просрал просто так. Вот он, сучка. Ой-ой-ой. Я тебя сейчас выебу. Гандон. Смотри, второй. А я вижу. Блять, а тот остался, оказался крепким орешком. Довали его. Да, ладно. Делай ему больно. Ты же видишь, он не хочет сдаваться. Ну, пришлось. Ну. На колени. Вот, сука, оружие там лежит. Ты забери то лучше. Сейчас бы он тебя шмальнул бы. Ну что, дружище, будешь ты мне на зоне пирогом? Подозреваемый задержан, забирайте. Блин, жалко этого козла, блин. Надо было его с этого дробовика валить. Ладно. Кровавый Россий затащил просто. Шо? Вот, ну 82, ну я считаю, не меньше 80 уже хорошо. Было бы 70, сказал бы, не меньше 70, уже хорошо. Ну, ладно. 82, в принципе, сержант это, конечно, ну, нормалек. Зато, как бы, с первого раза и не будем перепроходить и так далее. Главное, что выполнено задание. Вот, только хотел сказать. Ну, правда, вот, отряд не заметил потери бойца, но все бывает. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Я не знаю, смотрите наши остальные видео по остальным играм. Если вам нравится данный формат, пишите комментарии, типа, мол, там, пацаны говно, или пацаны хорошо, или вообще ничего не пишите. Лучше, конечно, пишите. Мы стараемся для вас. Всем пока. Всем пока.